врач может воздействовать на болезнь без лекарств. Авторитетное слово влияет на самочувствие больного. Как сделать общение с пациентом максимально эффективным? Можно ли научить общению? Доктор ответит на все ваши вопросы. 1 декабря в студии вице-президент Самарской областной ассоциации врачей Лидия Бальзамова. Программа «Звоните доктору». 1 декабря в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».